Темрюкском районе завершена работа по разработке третьего этапа стратегии социально-экономического развития территории до 2030 года. Его итоги во время встречи подвели глава муниципалитета Федор Бабенков и команда Леонтьевского центра АВ-групп. В ходе разработки третьего этапа определены флагманские муниципальные проекты. Они будут реализованы практически по всем основным отраслям. В дальнейшем в рамках проектов планируется создать мероприятия, на основе которых и будет реализовываться стратегия. Коллектив Леонтьевского центра АВ-групп во время очередного визита в Темрюкский район посетил предприятия и учреждения Новотаманского и Таманского сельских поселений. В свою очередь глава муниципалитета Федор Бабенков нацелил разработчиков на более тщательную проработку проектов в области виноградарства и рыболовства, а также развитие курортной отрасли. Большое внимание разработчики стратегии также уделяют конкурсу «Таманская мозаика», который объявлен в Темрюкском районе. По их мнению, благодаря таким конкурсам в практику внедряются совершенно неординарные подходы и новые идеи.